Вас приветствует супермаркет Семян и наш сюжет «Антифейк. Стоп. Подделка». Покупайте только качественные семена в нашем интернет-магазине. Хотим предоставить вашему вниманию оригинальную упаковку французской селекции «Клосс. Капуста. Бригадир». На упаковке размещена следующая информация. Логотип компании, название культуры на латинском, украинском, русском языках. Название гибрида «Бригадир F1». F1 – это значение гибрида. Вес, масса 1000 семян. Количество семян в данной упаковке. Номер партия, дата, до которой необходимо использовать эти семена. В данном случае это декабрь 2017 года. Чем обработаны семена? На другой стороне мы видим логотип и наклейку с фотографией самой капусты. Прошу обратить ваше внимание, такая наклейка может как присутствовать, так и отсутствовать на упаковке. Сейчас я открою упаковку, и мы посмотрим, как выглядят оригинальные семена капусты «Бригадир» французской компании «Клосс». Итак, семена все целые, они обработаны и окрашены в зеленый цвет, есть небольшой перламутр. Посмотрите, семена без повреждений, это говорит о том, что упаковка, в которую они упакованы, качественная. Спасибо за внимание, с вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.